меня с утра пораньше уже варится тут все для салата оливье. Сначала подумала, может быть, положить вот этот, знаете, тут наборчик такой, морковка и зеленый горошек. Потом передумала, потому что знаю, что мои не особо любят именно консервированный горох. Уже отдельно, думаю, сварю морковку. Тут картошка, яйца. Яйца тоже я, кстати, много не добавляю. Лучше пусть будет больше картошки и соленый вот огурец обычно. Вот как бы соленый огурец, он придает кислинку. Ну, иногда тоже добавляю вместо соленого свежий огурец. Вот зимой такое бывает. Короче, это, знаете, бывает всегда по-разному. И хочу сегодня сварить тоже суп с тыквы. Уже поставила ее так наперед, чтобы это не забыть. Это био покупали мы когда в Лидл. Я, кстати, варю всегда со шкуркой. Раньше всегда я ее чистила. А мне потом сказали, ты что, зачем? В ней же все витамины, просто хорошо помыть. И все. И даже вкуснее, и цвет лучше получается. Но я не только тыкву добавляю, я добавляю морковку, картошку, да, вот как немножко такую зажарочку делаю. И потом все это в пюре превращается. Добавляются всякие разные специи, обязательно добавляю имбирь. И еще вообще вкусно оранжензафт, этот свежевыжатый апельсиновый сок. Но у меня апельсина нет, у меня здесь только мандарины, сансумасы, каки. Так что будет у нас так. Вообще очень вкусно, когда немножко он такой, знаете, с остринкой. Потому что сама тыква, она сладкая, да, как-то все это. Так что будет у нас сегодня. Не знаю, может быть, еще что-то приготовлю, потому что мои мужики сыты не будут этим. Ну, салат, конечно, он сытный, тут и колбаса, все, но все равно надо что-то еще будет приготовить. Насчет авокадо мне одна подписчица написала, что если авокадо не спелый, да, то можно его залить кипятком на 3 минуты, и он потом становится вроде как мягкий, да. Ни разу не пробовала, но можно будет как-нибудь попробовать. Но у меня они уже все мягкие, можно кушать. У меня здесь два лежит, и остальные у меня в холодильнике. Так что можно будет как-нибудь попробовать. Интересно, как это. Ну, мягкий просто, наверное, то, что становится. Спелый-то, конечно, нет. А мягкий, это, наверное, от горячей воды, естественно, он будет. Но вот это у меня прямо сейчас хороший. Можно его сегодня кушать. Там цветы еще мои хорошо стоят. Герань, да, я имею в виду. Даже еще цвести что-то там начинает, лишь бы мороз не ударило. Тогда уже все. Герань обычно, да, до первого мороза. И все потом. Насчет вот этих вот, да, мне тоже одна подписчица написала, что вазу, конечно, лучше, когда поуже, да, такой вот и тут горлышко или как его назвать. Да, я тоже так подумала, когда ставила же, я говорила, да, ну, специально вазу не хочется покупать, так что все равно же скоро Рождество опять убирать. Короче, как-то пусть так уже стоит. Ну, так тоже симпатично, в принципе, смотрится. Вот этот вот светильник, кстати, постоянно теперь у меня вот так вот, когда еще на улице мрачно, да, например, или уже мрачно, темнеет, я его включаю. Классный, короче. Мы когда, кстати, в Бремене ходили, да, ну, в город Бремен, когда ездили, там был такой магазинчик, и за окном, ну, тоже вот всякие светильники были. Я посмотрела, там был такой черный и повыше, тоже на батарейках, и стоил 120 евро. Этот я взяла за 20, да, считай. Ну, это в зависимости, естественно, в каком магазине. Но разница не особо-то и видно. Чуть повыше он был, но черный. Так, у меня там уже сварилось, нужно выключать. Я вообще поставила на время, запикает. Розочки эти прям, ну, я удивляюсь, нужно будет сейчас воду поменять. Ну, посмотрите, ну, как свежие, уже 2 недели почти. Коля всегда говорит, ну так, кто дарил? Я говорю, ну конечно. Прям как свежие. Вот тоже в зависимости, да, в каком магазине берешь. Ну, как-то раньше, помню, у нас базарчики есть, но по выходным дням он. Нет, 3 раза в неделю. Иногда тоже раньше там брали, но почему-то они быстро вообще вянут, если вот там возьмешь, и дороже намного. Не знаю, где он брал, кстати. Ну, вообще прям загляденье. Немножко тут желтеть начинает. Листья. Ну, не особо. Так, вроде нормально. Так, лежать. Не разваливаться.
масляное средство, ну, чтобы подольше стояло. Я так меняю воду, всегда добавляю. У меня всегда в запасе они есть, потому что обычно всегда с букетами дают. Только не знаю, почему они у меня остаются. Некоторых даже. А, ну, бывает, я, знаете, по 2-3 букетика там чего-то беру. И, естественно, когда совмещаю букет, я один только пакетик добавляю. Вот так они собираются. Вообще, когда один сорт цветов стоит в воде, вода все равно прозрачная остается. Но когда в букете много всяких сортов, то мутнеет быстро вода. Розы обычно, у них прозрачная вода так и остается. Все, пусть еще стоят, радует. Машинка стирает. Ну, у нас тут бедный родственник лежит, как всегда, с голоду помирает. Ты же только что поел, Босик. Ну, это он наблюдает, как Коля режет. Да? Ай, Босик, Босик. А пузеня, кто вон наел? Такой пузеня висит. Так и хочу потискать эту пузеню. А где пузеня? А? Довольный. Все, готов. Ну, лежи, лежи. Че, готов? Он сразу такой, где, че, готово? Рыба, рыба. Ну, он сразу. Че готово-то? Где кушать? Кушать где? Хотела вам еще показать. Сын вот недавно купил такой майонез. Это японский, да? Ну, в азиатском магазине. Вот такая вот упаковочка стоит 6 евро, да? Вот в такой вот упаковке он был. Ну, я специально оставила, думала вам показать. И знаете, какой он удобный? Но он именно, знаете, купил для каких-то своих сэндвичей. Он, короче, вот недавно варил яйца, да, в перемешку, так мелко-мелко, желток, белок порезал, перемешал и добавил вот этот майонез и на сэндвичный хлеб намазывал. Прикольно получается. Такой вкус у него интересный. Не такой, например, да, вот как у обычного нашего майонеза. Он немножко такой, как бы больше соленый. И привкус у него такой интересный, как бы больше, знаете, натурального. И знаете, что удобно, самое главное? Вот эта сама упаковка. Такой мягкий пластмасс вот этот вот, так хорошо выдавливается. А вот эти вот, они такие жесткие. Вот раньше, кстати, тоже были мягкие. Вот как я помню, когда мы приехали. Но сейчас это не выдавить до конца. Я всегда режу и вытаскиваю потом ложкой, потому что там еще половина остается. Но вот это вот класс удобный. Но нет, я не буду его использовать для салата. Это он для сэндвичей себе взял. Вообще, вот эти вот тоже иногда смотрю японских всяких азиатских блогеров. У них такие интересные, такие спокойные видео, они там так спокойно, без всяких разговоров, пока кто смотрит таких блогеров, я люблю. Вот так спокойно, они что-то там копошатся, химичат там, ну, варят там, что-то прибирается. А лица, кстати, они свои почти никто не показывает. Такие спокойные у них видео. Ну, короче, вот такой, почему тут ребенок нарисован, не знаю, изображен, то есть... Завтрак. Коля вчера нарезал рыбу, но у нас уже сын позавтракал ей немножко. Ставлю, если что, видео, которое я солила. Если кто не видел, посмотрите. Если кто-то хочет засолить рыбку. У нас будет наподобие английского завтрака. Это у нас яйца и фасоль в томатном соусе.
жить не буду, всегда можно добавить. Так, авокадо. Хорошие. О, бухнуло. Ой, жалко, жалко, одно яйцо капут. Ну, ничего страшного. Бывает. Что, Коля тут ювелирную работу проводит. Видите, как красиво режет рыбку. Засолилась. Короче, попробовали тоже. Без сахара, я вам говорила, да, что солила. Ну, тоже очень вкусно. В принципе, то же самое, да? Получилось. Да. Чуть соленее получилось, чем обычно. Ну. Как бы такой с сахаром, немножко пикантнее, да, вкус? Много, больше съедается. Больше съедается. На один зуб, короче. Это мое мужское позавтракать. Высказывание. Ну, вот такая вот красота. Спасибо. Так разложил. Я солю, а Коля режет обычно. Ну, когда его дома нет, конечно, я режу. Так что будет у нас на завтрак. А завтрак уже завтра, да? Классно. Классно. Сейчас ты уйдешь, а у меня завтрак будет сегодня. Достала с морозилки хлеб, который покупали мы в фермерском магазине. Я его немножко в тостере подогрею. Последних 4 кусочка осталось. У меня здесь разморозка есть тоже. Так, это Коля. 2 яйца. Хватит. Всем желаю приятного аппетита и хорошего дня. Такой вот у нас сегодня завтрак сытный.
Всем привет! Я уже настрогала салат оливье. Половина настрогала, половина вот с этой вот терочкой, да? Ну, даже не половина, а большую часть вот эту, которую я выписывала с сайта Тему, да? Ну, уже давно, ссылки у меня, к сожалению, нет. Ну, они есть и на Амазоне, и везде они есть. Классная штука, вот, например, картошку, яйца, да, вот, морковку ей. Ну, колбасу и огурец соленый я порезала. А вот так вот, вот такие вот меленькие получаются, потому что я не люблю вообще крупные кубики, так же, как... в окрошке. Я как-то, помните, да, выписывала. Не я выписывала, а Коля мне выписала. Я просто говорила, что хотела терку такую, чтобы так раз, да. И она припечатала, и квадратики получились. Но там были или сильно мелкие, или сильно крупкие. Вот это вот само то нравится. Короче, как-то так. Сейчас майонез добавлю. Ну и все, салатик готов. Потом уже начну тыквой заниматься. Ее, конечно, сил надо, чтобы ее порезать. Ну, майонеза я тоже стараюсь много не ложить. Лук я тоже сюда не ложу. Раньше, помню, как-то давным-давно, да, ложили. Ну, блин, потом, если он стоит в холодильнике, открываешь, и запах этого лука. И яйца тоже, как и говорила, много не ложу. Два яйца вполне хватает мне вот на вот эту вот чашку. И колбасу вот эту, которую, да, куриную, там их тут две части, да, таких вот одну часть я сюда добавляю. Потому что вот все равно это такое дело, переборщишь чего-то, знаете, и уже не то получается. Также соленый огурец, главное не переборщить. Ладно, добавляем. Я тут, кстати, этот... сансумас, который, ну, мандарины, который мне я последний раз купила. Вот это вот вообще не кислючий. Я даже съесть не могла половинку. Ну, придется как-то есть. Ой, вот точно. Надо было мне в тот раз две сетки брать. Вот всегда так я помню. Когда возьмешь первые, они только пошли. Очень вкусно все, да, мне нравится. Но потом уже почему-то, ну, не то и все. Не знаю. Соли тоже главное не переборщить, потому что майонез соленый. Все, такая чашечка оливье. Я уже говорила как-то, да, тоже классно. Ну, вообще, все это знают. Если в холодильнике стоит оливье, то всегда есть, что перекусить. У нас в семье все любят. Иногда сын старший тоже просит, чтоб я сделала. Ох, раньше заготовки, да, делали в холодильник перед Новым годом. Самый такой салат наш стандартный. И этот еще, как его, винегрет. Но вот винегрет почему-то я не особо люблю. На праздниках, например. Ну, да и оливье даже на праздниках не идет. Когда много всего, до вот этих салатов обычных никогда не доходит. Обычно пробуют что-то такое в первую очередь, да, необычное. А такие вот салаты, как винегрет и оливье, это так, на повседневку, я считаю. Классно. Ну, это классика жанра, так скажем, селедка под шубой, оливье и винегрет, да? Вот плохо выдавливается, хоть тут еще и черти сколько с этих. А жидкие майонезы тоже не люблю, когда плавает потом все. Ну, я имею в виду в майонезе. Так, ну и все, пойдет в холодильник. Пленкой накрою. В дозу не хочу перекладывать. Уже 10 посуд мазок. Так, в принципе, тоже хорошо. Кому сколько надо, положит себе в тарелку и все. Все, я уже подготовила для нашего суп-пюре из тыквы. Вот так вот я ее порезала. Я обычно ее так всегда режу. Это, конечно, то испытание. Пока ее порежешь, она жесткая, да, все знают. Поэтому не часто готовишь ее. Небольшие, не мелкие такие кусочки, она все равно быстро варится. Ее в самом конце, да, ложить. Ну и здесь у меня картошка, 4 штучки и 2 морковки. Морковку я тоже на терке не тру, так как все равно это будет все превращаться в пюре. Так что никто не оценит. Ну, лук, морковка, да, сейчас просто как сделаю, типа зажарку, как больше бланшировать. Зажарку я не очень люблю, сильно зажаривать лук, чтобы он потом не чувствовался. Вот это вот горечь, вот это. Ну, короче, я делаю так. И картошку потом уже добавлю, когда сделаю зажарку эту картошку. А потом уже, когда картошка почти будет готова, я добавлю тыкву, потому что она быстро варится. Ну и добавлю в этот раз еще вот такой вот перчик. Это такой миттельшарк, да, не острый он такой, чили. И потом уже все специи. Так, немножко оливкового масла. Так сильно показывать не буду, да, все это варится вообще быстро.
все знают. Ну, у каждого, конечно, свой рецепт, но я уже сколько раз варила на своем канале еще, то осенью тоже. Ну, обычно осенью мы его и варим. Зимой там еще можно пару раз, а так часто нет. С охотки его можно тарелочку съесть, так что постоянно варить не особо. Всегда стараюсь его такой островатый сделать, уже говорила, да? Обязательно надо, чтобы был имбирь. Сухой чеснок я потом тоже... О, у меня, кстати, он кончается, я не купила. Но можно свежий положить. Вот такой вот у меня имбирь тоже, био. Свежий, конечно, можно было бы. Ну, и этот, в принципе, нормальный. Ладно, сейчас... Перчик надо будет порезать. Сначала лук. Немножко так. И потом морковку следом. Раньше я терла на терке тоже морковку. А для чего, если это все превращается в сырое? Поэтому как-то так. Готов, такой не жидкий, не густой, само то. Можно, если что, потом сливок еще для украшения, да, в тарелку добавить красиво. Тыквенные косточки можно, все что угодно. Фантазия безгранична, как говорится. А мы будем кушать вот с таким вот, ну вот сейчас чуть попозже. Вот с таким вот хлебом джабата купили свежий. Все. Я тоже как-то еще делала креветки, обжаривала сверху для украшения красиво. Все что угодно можно. Босик, а что ты там кричишь опять? Ну, а теперь мы будем уже садиться кушать. Всем, кто сейчас тоже с нами кушает, желаю вам приятного аппетита. Здесь порезала хлеб, тут такая дырочка. Ну, это джабата, да? Так что приятного аппетита еще раз.